19 октября 2017 год. Озеленение Куйбышевского района. Бакинская, 38А. Подрядная организация. Как вы называетесь? О, акцент. Вот. Занимается высадкой рябин. 300 рябин будет посажено в Куйбышевском районе. В течение года эта подрядная организация будет следить за тем, чтобы эти рябинки принялись. В случае того, если весной рябиночки не примутся, будет проведена замена. Процент отпада 30%. Процент отпада 30%. По ГОСТу. Пойдемте, я дам буду. Здесь 5 лет алкашей гоняем. И наливайка, разливайка, и сейчас до сих пор. 15 алкогольных точек вокруг.